Нужны, нужны 308. Я тебе не дам 300. Гилик можно вот забери. Все, больше нету? Как думаешь, я тебя прострелю, Тим? Да. Грохни лучше Карена, пожалуйста. За что? Все, загружаюсь. Слышь, тут этот, Эду загружается, не убей. Все, красный экран. Где все? Крыши. Че, где? Себе. Экран. Волк, под нами челик. Все, давай. Пакет. Да типа тебе, это у нас прям в лифту. А где Карен? Пати мне. Карен на крыше. Так его в пати нет, алло. Кидаю, кидаю сейчас. Его выкинул. Кусак, от тебя крыша там. Желтый этот, маленький. Пчел по крыше бегал. Где именно? От тебя прям, я на тебя смотрю, справа получается, как от волка. Справа от возле крана там. На этой, на школе что ли? Я не знаю. Ну там чел бегал только что. Хатики. Гилику. А, увидел, все увидел. Жду момент, чтобы убить его. Боже, такая мышь. Кто? 192, нижний прочерк 192. Вот так. Что вот случилось? Да он в лифте сидел, ждал нас. Я смотрю, кто-то, слышу точнее то, что кто-то бегает под нами. Думал, Карен, Карен, смотрю, этот стоит. Смотрю в лифтовую шахту, он, короче, в лифте в углу забился и контролил вход. О. На отмычку, волк, закройся. Мне ливнуть надо. Вот здесь да. Лежит, перед дверью. Ага. А вы Эдику пати кинули? Да, да. Да. Я вот и тебя вижу тут у себя. Все, все, все. Походу, да. Капец, вернись, пожалуйста. Спасибо. Тут вот Тим, у тебя КамАЗ вращит бетонно. Я знаю. Интересно, пробьют вы сейчас или нет? Под нами еще один тип, чтобы вы знали. Прикольно, чё. Тим, иди, я тебе, у тебя же здесь же уже гиль. Да, да, да. Все, иди сюда, дам. Закрой дверь на секунду, стой, на. Подожди. И вот час видно. Это на, эти, блядь, нафиг. Не дать тебе это. На, вот тебе гелик твой. Стой. А, ты
Стой, на. Ничего. Вот, бери лекарство, вон, я все скинул, вон, видишь. Еще тебе дать что? Патроны, на. Магазин на скараж мой отдай. Стой, на. Бери это все, у меня их 5 штук. Наскар? Наскар аж, да. А у меня наскар аж, у меня магазинов нету. А должно быть в геле. Нету. Странно. У меня вообще нету. Ясно. Он взял вот пол нашего лута во дворец. Зачем у вас там тип прилогнул? Ладно, давайте я пойму. Да. Давай, ты удачи. Скоро удачи. Зайду. Скоро зайду. А ты давай, куда, удачи. Макс? Погулять. Давай, удачи. Под нами тип, чтоб ты знал. Прямо под нами. Я понял. Ты случайно не заразный? Еще нет. Ну, я тебе витамины дал, пей витамины и все, блядь. Я сейчас, кстати, масс вижу у кого, наверное, у Тима. Тим, у тебя масс на геле висит, Дима. Да, у меня на геле масс висит. Что, я не понял, у вас под этим, под вами сидит кто-то или что? Да. О, вижу. Ух, ё, сколько за ним зомбаков побежало. Это где? Это у вас? За краном у вас. Нет, у тебя, Кусака. Там вон зомбаки все туда сбежались. А, вижу. Ой. Там кипарь обычный. Понял. Под твоим домом Кусака бегает. Попал по нему один раз. На него зомбаки все бегут. Вижу. В школу забежал он. Нет, он не в школу, он в гараже эти забежал. Ну, в гараже. Вон, вышел. Сливается с этими зомбарями. Я знаю, знаю. Я попал по нему один раз. Я вижу, он течет. Куда? А, все, его сейчас зомбарь заест. Да, конечно. А, нет. Все, выжил? Да. Шесть. Не выжил. Живучий парнишка оказался. Даже слишком. Иди, я тебе еще патрон я отдам все. Иди сюда. Погоди, тут одна крыса меня целила, я убил кого-то. Зайди, на, бери это все, нафиг, подожди. Так. А у меня на геле СВДшка висела, ты не взял случайно? Нет, у меня вот своя была, если хочешь дам. Ну давай. На, ну. С
Смысл мне столько магазинов без СВДхи? На, братан, держи. Тебе батарейку с нее отдать? Нет, нужна, нет? Нет, оставь себе. Все, парни. Так, это естественно. Все, я тебе весь лут твой верну. Да, да, да. Тебе рюкзак дать? Нет, у меня большой рюкзак. Ну, мне просто он и не нужен. Ну, выкинь тогда. Так, пацаны, сейчас я буду к вам перебегать, мне надо будет откиснуть, потому что я, короче, траванулся. Окей. Понимаю. Сейчас просто блевать буду, каждый раз, как буду есть, постоянно голодать. А тебе активированный уголь нужен? Я человечно травился. Ага. Кто тебе человечный накормил? Я сам себя накормил не человечно, только вот, вот руками поел. Тут, а вот иди сюда, все патроны, блин, от этого, иди сюда, блин. Вот, смотри, вот здесь, блин, вот они. От чего все патроны? От скара твоего, блин. Где? Ни одного не вижу. А какой идет вообще вот Наскар? Магазин так и называется. Где, вы где? Тихо, тихо, вы где? Вот он, вот этот, что ли? Куда? Вот я сейчас кинул. Да, мы бортуемся. Пати, дайте мне. У меня тут тип на этой... Где погоди. Погоди, погоди. Не могу. А ты М24 тебе магазин не нужен? Нужен, нужен. Только вот с патронами он, нужен. Вот он с патронами. Как ты ничего вот не видишь? Два магазина было по 5. Два или три магазина по 5 патронов заряжены. Вот они все, вот. Увидал? В куртке, блин. Нет, где ты видишь? Вот тут, а ты... Всё, сейчас возьму и сдам тебе просто. Вот, на, я скинул, увидал? Вот, теперь вижу. Блин. Вот они все. Кому пати надо кинуть? Чуй. Кому еще раз? Просто калит, я зашел подо мной, бац, на нахер, два типа сидит. Залутанных. М24. Я на этой... Блять, универе вылетел. А, понимаю. Так, кому пати кинуть? Фури. Просто фури. Четыре буквы такие обоссанные. Фури. Блин, мне страшно. Типа, просто... они если пойдут рашить, они меня задавят. У меня патронов не так уж и мало. Ну, фури, у тебя да. Патронов и так уж не мало. Прими пати. Я не пойму, где это. Я не вижу фури. Я вот волка вижу, а пати нет. Так они от волка. Да нет, от кусака. Я кусака. А, вот он, все понял. Все, вот я кинул. Придите ко мне, а, по-брату. Где еще одна моя СВД, блин, а? Без понятия. А что вы против? Тебе миллион СВД надо. У меня три ларки, Эда, у меня три ларки. Ларки... М24, а третий есть. Не нужно, мне это нужен, СВД нужен. 3 километра от нас, пробегайте к нам. Да, я сейчас буду спускаться, меня просто шотнет тип, который сидит прямо подо мной, прямо на лестнице. С одной стороны и с другой. Конечно, я спущусь. Поднимайся, кто? Нету. Я поднимаюсь. Снова воркуту зачистили, забрали под себя. Сейчас я скину свои вещи на это и буду самокиляться. Поднимайся ты. Я поднялся. Погоди, а можно я тебя убью? Ну давай сейчас я вещи сниму. Да не, не-не-не, я не патроном, я тебя не патроном хочу убить. Чем ты не хочешь убить? Ну я тебя патроном хочу убить, но другим способом. Сними, сними. А.
Волк? Угу. Крыса, да? Вообще крыса странная. Я, конечно, ждал... У нас под домом! Тихо! У нас под домом! Да, зомбаки загрелись. На соседней шестнашке чел, это. Залутанный. Ну, оружие как минимум есть. Фури, у тебя есть стволы? Запасные. Фури. Фури. Фури, у тебя есть ствол? Я могу к тебе прибежать, я в 3 километрах от тебя. О, убил! Красавчик. Фури, если ты слышишь, я бегу к тебе. Возможно, придется скидывать ствол, а я его подберу, чтобы помочь зарашить. Я просто рандомно начал стрелять и прострелил. Так, что у нас еще по крысам? Вон там вот крыса сидит, ГБН Волк называется. Кто-то улетит. Про читеров пишут. Это про нас. Чтоб на трубу темно, он не поднялся, или на этот, блин, как его зовут? Звезда упала. Звезда, звезда. Цветы, цветы. Как хорошо, когда тишина, ага, никого нету, блядь. Спит воркута. Можете разобрать мой лут. Там как бы особо ничего такого нету, но может кому что нужно. Еды очень много у меня. А СВД? СВД нету. Да я там у меня СКшка, блин, Ремингтон есть, правда. И патроны под Ремингтон вроде есть. Нормально, чувак дописал это читаки, читаки его взяли. Админ коннекшн сделал. Вася, блять, ушел. Ушел, блин. Ури, ты меня слышишь? Ответь. Посмотри, чтоб к нам там... Опа! На кране чел был. А, ну он меня отпустил, это мне вообще кайф. Прям, правда, еды оставил. Убил? Ладно. Да, убил. На военке чел с хим светом. С другой стороны. Фури, тебя отпустили с военки? Да, я с пацаном, договорился, стал им еды, тетрика и убежал. А я бежал к тебе на помощь. Но я тебе дам стволов. У меня просто куча всего, мне было бы обидно это потерять. Ну, понятно. У меня вопрос, кто водолаза добавил сюда? Я.
Родолаз. Ты же в курсе, он с титами играл, и у него здесь бан на Зэме. Все играли почти с читами, но... некоторые. Ну, ты мне скажи, кто из тех, кого я знаю, с кем я общался, играл с читами. У меня нет таких. У меня нет. Всем надо давать второй шанс. Эда, пойми, люди, которые играли с читами и говорят, то, что они исправились, такого не бывает. Это то же самое, что ты бабе дашь второй шанс. У меня же идет стрим, я что-то замечу, в бан его пущу. Сам я его в бан пущу. Да. Что такое? Кто меня назвал? Да я думал, ты спереди, сзади. На этот лягу где-нибудь туда в кустиках. Подожду тебя. Я сейчас, может, антенну по Шурику посмотрю. Да у меня все есть. У меня еда, вода, у меня все имеется. Просто добеги, я тебе дам стволы и пойдем к пацанам. Ну если найдешь. Тим. Сейчас все посмотрим. Тут на палаточной военке сможем найти, как варик. Я думал, кто-то заитался тем, блин. Гушаки тоже собери, если там найдешь. Забежал на вертушку, взял, поднял эмку с гушаком. А, кстати. Тем лекарство пей, чтобы не простудиться. Этот самый, прикройте, пожалуйста, волка, если что, я так ляжу, прикройте меня. Так не надо. Меня опа. Убили, слышь. А откуда вы? И 16. Не знаю. И 16 бил он. Тихо, позицию держи, не потеряй. 700 метров бегу к тебе. Просто контроль, чтобы какая-нибудь крыса не поднялась. Я сейчас сам прибегу. Резать, ничего не надо. Нет. У меня тип тут. Ну и все, контроль этого типа, и все. Я сейчас приду, попробую зарубить его. Кусак, а что с хп? Стамбари. Еще два типа, блядь. У меня выбора не было, пришлось на эту забежать. На антенну. С дрёмными кровопотеками. Кровопотерями. У меня три типа. Под домом? Да, в доме. Слышь, Волк, ты, по-моему, видишь лестницу, простреливай. Ты не убил меня. Чего? Да, не спать, видимо. Он перезаряжается, готовьтесь. Один голый бил, а другой в третьего. Погоди, Волк, а ты что, его убить не можешь или что? Ты просто частями говоришь, я тебя не понимаю. Говорю, дальность. Пристрелка стояла, видишь. Убил. Двоих убил, но не убил. Уже пристрел. Слышь, Эдо, а чё он перезаряжал? Рычажку, винтовку, магазин, чё? Не знаю, по-моему, винтовку. Сейчас тогда отмени. Опа, это он бьёт, видим. Их туда... Минус один. Еще один в дальней... Он перевязывается, давайте быстро поднимайся ко мне. Прямо ко мне. Он перевязывается. Слышу. Он все, перевязался он. Давай поднимайся, а я тебя прикрою. Давай, иди. Все, давай, иди сюда. Давай. Если что, я его убью. Крыса. Я пинганул. Красава же я! Красавчик, красавчик. Так надо прикрывать, блядь. 7 метров, вот это прикрытие классно. Ну, а он поднимался вот на лестнице, блин. Ты чего?
Он подумал то, что это ты слазишь, типа, понял? Да. Я да убил, у М4 еще есть? Бля, он крыса, он мне рюкзак уничтожил, петух драный. Я не знаю, как это... Я вот здесь... Как вас там так убивают уже 5 раз? Я вот здесь мой рюкзак скинул, иди возьми. Да ладно, фиг с ним, с этим рюкзаком. Красавчики, мы просто красавчики. Все боймы просто пустые. Да, я не валю, да? Он или на дальней, опять трёхи, я там, где их убил. Да, меня с трёхи, походу, убили. Слышь, по направлению, если смотреть. 193 метра, трёха дальше находится. Нет, трёха ближе. 173 это... меня убили. 193. Да, 193. До 16-этажка. Нет, до 16-этажки 140 с чем-то метров. Трёха. Вот с трёх ещё возможно. А, ну, с трёхи, там, где я всегда сидел. Ну, это... с трёхи... Да, там, где я всегда, Тим, сидел... Как 300 раз 190... метров. Как раз 193 метра. Пристрелкой 200 стрелял, убивал. Нет, меня не оттуда убили. Пошли нахуй. На нахуй. Вот пидор, блядь. А меня кто возле убил? Меня тип, понял, я возродился возле меня тип, нахуй. Так, а чё вы пати, киньте пати водолазу. Сейчас кину, секунду. Блять, согласен. Я заболел, нахуй, ёбаный рот. Убивает это со всеми. Тут температуру надо держать. Кто стреляет, я не понимаю, на дамбе. О, я вас вижу, заебись. Угу, чё у тебя с хп? Я же говорю, нахуй хуёзно, непонятно, блядь. Блядь, а к кому я могу прибежать? Есть у кого-то там, блядь, медикаменты какие-то? А не поможет уже, всё. Этой. Только умирать, да? Минус чел. Ты где их всех видишь? Блин, ПНВ? Не, у меня калибровка, я лучше, чем ты вижу. Пацан, короче, его сначала зомбари захавали, а потом еще и админ кикнул. Вот это ему повезло. 400 метров. Да, да. Водолаз, ты что с читами? ГБН, водолаз. Ешь ты, нахуй, блядь. Читы, блядь, я подыхаю, нахуй. Бомби ебаные, блядь. Ну все ясно. ГБН, водолаз, читами. Да, но... пиздец, нахуй. Здесь я соглашусь, так... вообще, раз. Что? В смысле соглашусь? Водолаз, ты что, вот с читами, блядь? А это нет, блядь, какими читами? Как будто тебе читами? Кто-нибудь признается в этом. О, блядь, ебать, ну, хорошо, нахуй. С читами, блядь, пиздец. Так чё, водолаз читер, нет? Да, вроде не так. Конечно. А что он сделал такого, что он читер сейчас, в этот момент? Ничего, просто спрашиваю. Стебёмся просто. Не, ну слушай, если у меня тип стоит, нахуй, просто вот, блядь, на асфальте, ебать, что нахуй тут такого, блядь, ну, блядь. Я, блядь, поднял премиум, нахуй, это, блядь, 700, нахуй, и, блядь, ну, нахуй, ПНВ-ху, блядь. Ну, нормально, как бы, блядь? Ну, слово, всё, ты спалился. Ну, отлично. Ну, всё, ВХ, им, бан. Чё ты думал? Тебя не спалим, что ли? Давай. Мы за тобой 20 лет гнались. Чтоб ты так облажался. Всё, прекрати этот самый. Фу, слышно шагу, как бегает. У меня идёт, блин, стрим.
Парни, сейчас правда, блин, этот, как его зовут, Изи, блядь, зайдет и, блядь, и продает. Да пускай он в жопу лезет, ты чё, угораешь, что ли? И правда, потом будет, вот, говорит, они с читами играют, блядь. Это сам реал, а водолаз... Водолаз спать и ушел. А чё я ушел? Я не ушел, я просто, блядь, самовыпал и всё, блядь. Я тебя не вижу, где ты находишься вообще. Он умер. Ну, я понимаю, но... А, вон, давай, чё... Тим, удали вот этого невидимку из пати, нажми на его... Опа, это кто бил? Не, погоди, кого надо удалить? Макса, он же вылетел. А у него есть 11,3 километра. А не я пати создавал, кусак создавал. Я создавал пати, кого надо удалить? Кого, Макса? Клава. А, Клава. Баба Клава. Издально бьют. Трёх, я. У меня так нет желания идти к вам. Убейте, я уже устал этот самый убивать всех. Убейте, выпить кого-то. Давай, волк, самооценку. Я убираешь. Не знаю, как Клаву удалить. Как я. Его же это нету. Так там, смотри, там есть просто пустая строка и 11 километров до типа, допустим. Вот, нажимаешь на эту невидимку и нажимаешь изгнать, все. Он исчезнет. Он у меня показывается, что типа он как бы онлайн. Вот в чем беда. Кикни вот это нахер. Как-нибудь попробуй. Или пати перераздай. Ну только если пересоздавать пати, да. Ну будет. Да себе. Забейте, че из-за какой-то фигни вы так суетитесь. Мать, вы че? Эй! Откройте мне, мне надо отойти. Давай. Я вот так вот наплягу, чтобы. Окей, давай. Чё я мёрзну? А, мне же Макс петух. Понял. Знаешь, тебе холодно вот. Да мне Макс этот петух ссаный три раза со шкашки в туловище выстрелил, говорит, я ни разу не попал. Во, сейчас другое дело, потеплее сразу. Чё, кому оружие надо? У меня жопой жуй. Не надо. Мне СВД надо только и все. СВД не дам. Нет его. Ну, да нет. Я его и не ношу. У меня Лара куча. А кто ты такой? Ник твой, скажи. Я машина для убийств. Заебись. Кто? Я. Свет, идем. Не, серьезно, есть у кого оружие, блин? Вообще, блин, кепка. По кому Эду? Да, я в это стрелял просто. Пустое место. Вот тут все оружие, все вот валять. Слышишь? Вот еще, блин, на твое оружие патрон. Иди сюда, Тим. Ваня, твое место у паражи. На М24. Вон. Рот прикрыла. Обойму возьми. Я не вижу. Блять, как а, ты? Во. Ты вообще что ли, блядь? Кусака, ты где? Ты чего отстал так? Респаунься, я тебе ствол дам. Да я уже залутался более-менее. Я тебе любой ствол дам на выбор, ты выбираешь? Да пофигу уже теперь. Ну, всего ствол у меня есть, я тебе любой дам. М24А3. Пси-шлем. Есть М24? Есть. Я степа же выбил. С магазином? А, о, тут все оружие, блин, вот. Без патронов. Деса, Вань, залетай. Тут у нас, знаешь, сколько оружия? Водолаз, ты в моем где? Нас, наш этаж. Водолаз. Сейчас я подниму. Да. Ты на них бежишь или на меня? Короче, мне нужно было... Сейчас я расскажу интересную историю. Сейчас мне нужно было, короче, взять огурцы соленые с подвала. В итоге я пошел туда. По дороге мне пришлось пойти без ботинок, потому что ботинки я где-то, не знаю, где-то они валялись. В итоге я побежал по снегу без ботинок. Босиком? Да, босиком. Ты так дебил. В минус 13.
Ты угораешь? В минус 40 в шлепках ходить по улице. В итоге я познал боль. Когда я пришел, было очень неприкольно первые 2-3 минуты. Не, это наоборот прикольно, знаешь, ты просто по ковру шор... Вот идешь, если у тебя ковер лежит, ты шоркаешь, и ты не чувствуешь боли. Не чувствуешь нагрева, тебе просто такой... Это такое покалывание. Да-да-да, небольшое. А ты... потом, если... Когда ноги согреваются, вот тогда уже. Да, тогда уже ноги согреваются, ты их на батарею ложишь, и все. Не, на... я... Не, батарея такое себе. Там можно просто, знаешь, ожог получить себе. Под нами тип. Сейчас, просто... можно я его напугаю? Шопа. Очередь большая? Да нет. 33 человека. Вот это ты фартовый, да. Малый. А, 196 минут рестарт, ну да. Чтоб ты понимал, я зашел во время рестарта и сидел в очереди еще человек 20. Слышь, Эду, а тут кто сдох? Это чей труп? Где? Вот тут. А это этот же, блин. А, блядь, отойди! Слышь, Фурик, не выкидывай М24 и возьми мне какую-нибудь еще пушку. Это он же сказал, возьмите мой труп, блин. Вон, бери все у него тут. Сколько я только потрошки возьму и все. Еда, потрошки, зажигалку. Ну что, когда ласт идет? Да, иду, к кому только идти? Ко всем. Так я слева от тебя, ты вообще не туда идешь. Ну, сколько патрон тут, а ни хрена себе, а, у, блядь. Я только на ВСС-ку забираю патроны. Слышь, Эда, есть запасной магаз на ВСС? ВСС. 600 метров папки от меня, правильно? ВСС это что? Подожди, ВСС. ВСС, винторез. Фигня с этим глушителем спаянным, который, помнишь, мы вчера находили на станции? А ну-ка скинь, я посмотрю. О, тут и ПНВ есть. Я водолаз, слышал, выстрел. Ну, 400 метров осталось, правильно? Нет, нету. У меня вообще нету вот на ВСС, вообще. А ты с ВСС наведешь? Да, прикольная ручка, да. Не, он на средних дистанциях, на дальней уже сложновато, там навешивать надо уметь. А вот бронебойными на средних вообще выкашивает хорошо. Особенно классно броники ломает бронебойными. Сколько патрон тут, блядь. Чтоб ты понимал, Ваня, мне сегодня Макс 2 раза в туловище или 3 раза попал, и он мне уничтожил броник. Я говорю, если стрелять бронебойными, то за 1-2 патрона можно уничтожить полностью броник. Ну и за 1-2 патрона ты уже отлетишь, скорее всего. Бать, у тебя зомби пошли нахуй, я ебу, блин. На, блин! Тетрики возьми, а то ты всегда, блин... Взял. Под нами, тип. Что такое? Ходи отсюда, мы тебя боимся. В дом уходим, пойдем в дом. ГБН, это вы, да, Волк? Куда-нибудь забраться надо. Кто ты? А ты кто? А ты кто? Я деда, а ты кто? А, здорово, деда. Да. Опять вы, да ебаный. Пацаны, тип на аптечке. Ну что такое, опять вы, а? Бля, тип возле нас бегает. Ебать, он как-то не попадет нахуй. Да, я. Я в пятеру, короче, ухожу, забегаю. Вы в Аркуте, да? Да. А чё, они как обычно, залутались хомяки, сейчас пришли на Воркуту, сейчас тут поумирают все, забомбят. Хомяки. А как ты зашел сюда? Как у вас тут красиво. Слышите, нужно на Воркуту брать капканы, понаходить. Это прекрасно. Положишь его на вход, и никто не пройдет. Кто опять на громкость наверх? А тут зонт, нахуй! Я закрылся в комнате, блядь. Где, блин, труба? Убей зонты! Нет никого, я просто шестнашку простреливал. Да, спасибо, помощи. О, красивчик. Спасибо. Пойдем. Слышь, Эда, спроси у него, чё он перешёл в М4-то.
Заходи ко мне, дверь закрывай. Понял. Да вот так вот, что-то типа это. Я смотрю, у вас... Не нахуй, орёшь, блядь. Нету, онлайн пустой, да у них сквозь выйти. Фу, ебать. Есть с кем поиграть. От души, так, спасибо. С утра похавать на возьми. Если есть мне комменты, о, от души, спасибо, братан. От души. Так, слышь, так, где-то, они же вообще нулевые, типа. Ну, есть такое. Глушитель уничтожил, обидно. Слышь, а кто ловит 4 глава? Дед. Я могу тебе 74-ку дать на второй слот. Кто-кто-кто? Да, ну, тебе надо? Да, давай. Пацаны, тихо, тихо. А разве не Мишка, братишка? Глушитель надо туда, пиздец, как надо. Не, гладиатор. Ясно. Ясно. Кто зомби режет? Смотри, ход, смотри. Трупаки, трупаки. Да, у нас третьего тут нахуй, кто-то возле нас бегает. 74-ку надо. Давай. Скидываю. Ну шо, спасибо за такой подарок. От души, чем спасибо. Патроны и нас... Только спуск. Ты останься, дед, чисто или спустишься, а то чтоб наши, блин, тебя чтобы вот не завалили нахрен. Ну смотри. На еще потом. Так, еще подумаю. Да все, хватит, спасибо большое. Думай. Ну вы мне оружие дали, типа, из этого оружия, которое мне дали, нет смысла по вам стрелять, думаю. Ну, я лучше с калашом, с глушителем, блядь, более-менее нормально. А там на пару выстрелов его хватит. Блядь, надо бы винтовочку какую-то. Блядь, тут мой труп, короче, где-то с ремингтоном 700, блядь. Винтовку надо. Да, можно бы было, если есть винтовка. Ну давайте пока здесь что-то посижу. Ой, гиль тоже можно. Ой, ебать, спасибо, братан. Ты шо? Видишь, там это винтовка на ларг патроны. С ларг патронами, так что это давай, не умери. Да я знаю. Я ж тебе СР-50, да, правильно дал. Дверь открывает у нас на первом. Да, кто-то, блядь, дерется. Да, давай. Слышите, парни, деду пати, киньте. Сейчас скину, секундочку. О, сейчас кину. Там кого-то бьют, вообще прям избивают. Вижу, типа, бежит. Убивай. Видишь, работа, не спрашивай. Деду кинули, пати. Сейчас, секунду. Секундочку. А то... Кинул. Все. Сука, он за лутом был, нахуй, понял? Он пытался на лестницу залезть на другой дом. Да, много. Повторюсь, видишь, тело работает. Много. А ты есть медикаменты? Я заболел снова, твою мать нахуй. Сейчас я чуть-чуть вдупляю. Если медикаменты есть, то дай, пожалуйста. Дай мне порядок навести для начала. Закрой! Сейчас зомби набегут. Не, они на низу все. Ну ты лучше не суйся так, хорошо? Спасибо. Порядок в инвентаре навести не надо. Так. О, спасибо. То сейчас начну кашлять, сука, начну с полючек. Ты чё, угораешь? Зачем сюда толпу прив? Ну блин, ну я типа даже уйти сейчас не смогу. А ты её тоже заперли? Да. А нет, я могу, да? Конечно, отстрелять, но это будет громко. Хотя... Это будет...
карты. Убивать будем его, нет? Ты не высовывайся, я понял? Хорошо, я запустил. Вон там в лесу кепка бежит. Вот микрофон поставьте от кнопки. Что-то сделал. А, уже не бежит. На нахуй. На крыше тип палец сделал нахуй. Гандон, блядь. Какой? Крыш много. На, блядь, какой-то хуёво знал, блядь. Почти всех, вроде. На вроде всех убил. Там ещё двое. Почти. Надо его залутать, я пойду так его залутать. Блин, мне кого-то убить. Подолаз, подолаз, ну это будет у тебя же выход, ну скажи, где кто сидит. Да нет у него выхода. Что, сзади, сзади. Это скучно. Играть можно. Да. А здесь, по-моему, тело сейчас бегало мимо меня. Передо мной. Не видно трупа нигде. Сразу. Передо мной. Нет, вроде не видел. Между нами города. Да. Подымись повыше, сиди вверх. Ты с кем разговариваешь? Я не убью. Отстрелил зомби, если можешь. Ёбана хуйня ты, блядь. На самом деле, если мне дали бы оружие, то я мог бы вам помочь отстреливать. А, по мне из горы бьют. Хера зомби тут, слышь? Да пиздец, блядь, их тут нахуй. Ты спрятал? Да, у меня один порез. Ну, я поднял, вот он. Вижу, вижу. Нет. А? Не знаю, не знаю. Мне бы дроби на самом деле. Нет. Не надо. Вижу, где? Вот без столбика. Ёлка. Я перебігаю. Что тут, мать? Парни, фури, на другую 16-этажку идите, и вся высота будет наша. У тебя тип, по-моему, был на втором этаже. Вижу, на горе я видел, там чел есть, но я его не снял. Подавался, идем на 16-ку, пойдем, быстрей. Пойдем. Да я хотел, блядь, залутать типа нах, ну ладно. Да забей, на крышу есть. Что-то я сам снял. 16-этажка пустая. Точно пустая, не как вчера. Нет, она пустая. Вот если ты набрал вот это... мне... Ой, по нам. Да это я, блядь. Блядь. Дед смотри. Сбоку запрыгивай. С шифта и да, в бок, вот так. Прыгай. Все, красава, пойдем. Куда? Оттуда? Надо глушитель бы нахуй, вообще четко. Сейчас. Ну прости, чего, ну глушаков самому нету.
Ну, тоже, я хотел глушитель, короче, подобрать, там с винтовкой тоже вроде нахуй сидел, целил нахуй пять раз. Так, подожди, сейчас прикрой меня, я сейчас немножко посмотрю, может у меня есть глушак. То сумеешь, у меня лута херва туча, я не знаю, где он даже есть. Да, ты за лутом неплохо так. И бронь, блядь, и все на свете. Вы духие, на горе кто вас стреляет. Да, похер, вы отстреливаете, мы сюда. Что, дед, он попал? Попадание по мне. Хрена себе. Пристрелка 800 метров. Для пушки оружие есть у тебя или нет? У меня калаш сломан. Хватит на одну. Во, чего? ПНВ есть батарейка? Батарейка под... Сейчас. Нет. А где он был, дед? Дальше, чем 800. Что, идем на вышку? Давай, знаешь, что сделаем? У тебя есть отмычка? Нет, я же полностью... Отмычку я тебе скинул, так что будешь подниматься, закрывай все двери, понял? Все. Что у нас М4 дед делает? Ну, он зашел к нам чуть сюда. Ну, я сейчас убью. Не, оставь. Нет, отмычка. Я скинул там. 950 где-то. Да, вижу. Закрывай все комнаты. Последний патрон. Смотри, что он не говорил, примерно что-то. Ну, он говорил, у вас эти дни не были, и потому я, вот перешел. А зачем комнаты закрывать все? Чтобы если тип зашел внутри, чтобы он не сразу к нам залетел. Понял? А. Попал. Чтобы он зашел, и ему же надо будет дверь выбить. Так. Нормально. Может, наверху можем не закрывать, но снизу на этажах надо по-любому. Ну я хочу на крышу. Опа! Сука, по мне тоже попал. Там с каналом. Парни из горы, блядь, по нам работают, блядь. Я уже 50 раз сказал. У него там что-то моднявое такое, что, блядь, мне там на пол снял. О! Правее! Смотри, ну, вот эти две я вышки и прям правее уходить. Окей. Okay. Как ты это сделал? О, тут есть. Опять там. У. Убью кого-то. О, сейчас деда свалян. Смах. Деда, блин, убивай, блин, из горы. Он работает по нему. Я не вижу. Масса. Смотри. Это про... Так, я пока буду продолжать разбираться с инвентарем. А вы стреляйтесь. Он это Тесси. Базу себе там острую. У меня пятерок нету, мало. Скучно, короче, тут. Иди на ТТС, там веселее. А в Аркуте скучно, да, нет? Конечно, вы тут всех кепок перевалили, что вам должно быть постоянно тут. Человек 20-10. Точно понимаю, то, что нет смысла тут ловить. Когда топики сидят, отстреливают их. Пацанов своих бачу. Эдик, ты говорил, с леса бьют, да? Да. Вот где две вы... Убьют тебя. Блин, палку бы найти. Я не вижу. Я поднимаю. Капцаны, я. Силишь у вас? Не пойду. На низу.
Нет, это в пятере, там тип промывает. Нет, в пятере там, где мы и были, да? Да, там тип хороший. Он не стрелял по нам. Да, по наш. Ладно, звать не будем. Это так одолжение сделал, ладно. То если бы я хотел, я бы уже вас давно снял. Ты и Киш не успел сказать. Давай, хотелку вырубай, пожалуйста. Будь любезен. Минус. Водолаз, минус. Я стою за стенкой, я не минус. Смотри, я тебя пробью. Пиамас видно, выглядывает за стенкой. Вот скинчик. Это текстуры, забей. Ну и через текстуры я вчера с МК-2 чувака убил так. В будке той. Гаруш, давайте через удачи, я пойду. Да, мне пришлось выйти. Раскиньте еще раз. Волк. Блядь, а, это Волк говорит, да? Тим. Подала. Деду, давайте тоже кидать? Я еще приду. Алло. С перестрелками. Алло. Не надо. Нет, ему пати и не надо, он сказал. Он спускается, вот не убейте его нахрен. Вот так я сейчас убью. Да оставь его. Пусть идет. По-нормальному разговаривал, ушел. Всем оставь. Пати кинул, нет? Ну сейчас. И мы все находимся, и сейчас будет нас сливать. Нет, он один играет. Тим. Водолаз. Ну, вроде всем раскинул. А, Тим, прими пати. Видишь? Никого не видишь. Ма, щит. А где все нахуй? Я что-то не пойму. Все мы тут обречу. Куда все вы сиделись? Все устали умирать. Зомби. Патрон у меня полно, если что. Блять, надо эти часы нахуй выкинуть. Да нет, ходи, это реалити. Ты чё? Часы выкинь. Короче, я тусу вызываю к нам, брат. Вызывай. Кого? Арау, а кому ты стреляешь? В воздух. Смотри, там на той горе стреляли в наших. Шу. Я продвигаюсь. Долго. Все. Упрыжь. Дай мне медикаменты. На падение берешь немножко и все. Че надо? Медикаменты дай. Снова раз начну, блядь, блевать нахуй, кашлять, блядь. Стреляй. Передеть. Ой, ебать, по нам. По нам кто-то ебашит. Из горы это, блядь. Ляж. Да, блядь, ты не даешь. О. Потому что ты жирный. Сам ты жирный. Себя видел. О, под нами бьют зомбя. Да, слышу. Спокойно. Дай мне медикамент. Спалюсь, она. Пошел я встречать типа. И мясо ему. О, я знаю, что сделал. Я, короче, его это убью. Всего доброго. А я вниз. Да, тут-то всех порвали. Тим, ты где? Тим.
Тим, блин, где парни? Не знаю. Ох, ебать. У нас тип какой-то под нами агрессивный. Он мне не нравится. Я его убить хочу. А я его не вижу, блин. А кто это вам пишет, ебать? Собираемся все в округе ГБН разрывать, ебать. Ну шо, парни, готовы? Да, 50 человек на 8 человек на ГБН идут, блядь. Блядь. А у всем Дискорд скидывают. Готовимся, парни. Врубаем все ВХ, блядь. Сейчас ночка пройдет, нахуй. Бля, я так хочу на первый сервак зайти, ебать, на РТМУ, блядь. На СЗ побегать, повоевать, нахуй. Покошмарить. Кто стрелял? Тим! Тим! Убил. Я тут. Давай, пати, прими сейчас на нас... Постреляй! На нас толпа идти будет. Сервак, блядь, у нас. Вы это сейчас думаете? Чё, откуда инфа? Они так чат, в общем, собирают. Чат пишут уже. Кто стреляет? Тим, блядь, пати прими, блин. Там все наши, блядь, ты чё? А, на соседнем... Нет! Наши там, а! Ладно, фиг с ним, пускай будут наши. У вас там с горы стрелять, если чё, аккуратно. Пойму, откуда стреляют. Кто стреляет сейчас? Не знаю, сейчас не я стрелял. Вот кто, вот сейчас кто стрелял опять? Не знаю, я не стреляю. Вот опять. Это Тим, блядь. Нет! Это я, наоборот, спрашиваю, кто стреляет. Итак, на данный момент я поговорил с каким-то типом, он оказался новичком, и я подарил ПНВ и ларку, и он убежал. Фу, блядь, ты меня испугал, но... Сейчас он убежал, и сейчас он убьет тебя. А я без патронов ларку скинул, без магазинов, без всего. То есть она просто стандарт. Ну и смысл ты ему это дал? Чтобы он пошел лутаться, я ему сказал, где найти патроны. Как он до тут добежит, он же не знает, где... Я ему сказал, как выйти. Сейчас я ему сказал, типа, выходишь, идешь налево из города, потом направо по полной, выходишь к дамбе, все. Не, ну ля ты крыса, конечно. Я еще и крыса, я человеку помогаю развиться здесь, а ты крыса. Я бы тоже помог бы свинцом. Вот именно, я бы тоже свинцом... Где ты увидал, Тим, его? А там на балконе. Он вылетел, короче. Он бежал, вдруг пропал. Вон, вещи свет, он зашел, походу, опять. А нам кто-то стреляет, пытается прострелить нас, блядь. Я знаю. Из этого бьет, блядь, сюда. Ну по мне вот нахуй самый шьют и шут, нахуй, из глушителя кто-то. Ну с горы, со стороны горы.
А, вижу, да, вижу. О, видно-то, что он в кустах сидит. Ой, блядь! У нас чел? Да. Где? Под вот нами же. Под нами, да. Крыса. Крыса. Чё ты долбишься? Девочка, подолбись. Точно мощнее будет. Я попал по кому-то. Волк, смотри. Томотип. О. У нас подъезде тип, знай. Вижу. А кому ты стреляешь? Чтобы он... Пал. Решил лезть быстрее к вам. Короче, кто... А где... Кто вылетел? Пожалуйста, где? Я тут. А-а-а. Ты чё пугаешься? Тихо-тихо. Я пытаюсь, блядь, ориентироваться нормально. Кто-то, сука, шмаляет откуда-то. Чё, у вас в будке всё закрыто? Да хорош шмалять, дурачок, что ли? Убейте его нахрен, парни. Опа! Кран, да? Чё на кран? Ой, меня заклинит. Чё с краном-то? Ну что, долго? Уже рассвет. Так какой же опять рассвет, нахуй? Нихуя еще не вижу. Ебать, нахуй, выстрелы ебанутые, нахуй. Махаса. Так что давай, проваливай отсюда. Слышал, да, с чего я стреляю? Салам алейкум, братан. Ассалам. Ой-бой. О, типа убили, которому я ларку дал. О, узбек муха, слышь. Где узбек? Убить хочу его. А вон он тут, а вот он нас, блядь, он. Вот, ого, не хорошо. Где, в лифте? Да. В лифте? Не, внизу. Да, я убью, я знаю кое-что, как его убить. Отойди. Он внизу, знаете. На этаже внизу. Водолаз, пойдем за мной. Пойдем. Пойдем. Куда? Пойдем. Нет, оставьте ту 16-этажку, держите. Один ты иди, блин, фуры. А, БНВ не включает. И где он, слышь? Он... Ты говоришь, то, что он прям под нами. Под нами, ты, блин. Бать, пацаны, что намечается, нахуй? Что намечается, блядь? Нам сейчас высоту держать а надо. Они нахуй в лес, блядь, походу, блядь, бегут, блядь, долбоёбы конченые, блядь. Сейчас тупо, блядь, окружат нас, нахуй, все, 60 человек, ебать. Я не знаю, если я к вам и сразу это, если выходить, то мне сразу к вам залетать надо. Фурия, ты куда пошел? А я пошел к ней в 16-этажку, потому что там типа вообще страх потерял. Я вылез. Он с дробашом, смотри. Третья. Четвертая, чик, все. Я полетел. А, не туда заехал. У меня ларка, ты что думаешь? Я не перестреляю. Думаю, не знаю. Я ж нахуй не выяснил. Чего ты там? Чурак, ебать. Лечу, как ясный свет. Что-то намечается хорошее, значит. Все 60 человек на
Долетел. Так, а ты заметил, нахуй, блядь? Они, блядь, в лесу, нахуй, сидят, блядь. У меня тоже такая дрянь есть. Чё, давай, один, давай на один. Слышь? Базар с ним. Базар, чтобы Фурик поднялся и чтобы убил его нахрен. Да зачем я лучше с дробаша буду стрелять, перезаряжать, чтобы он не слышал? Ух ты, я упал! Это зарядил! Фури под ним, мать, а то он умрёт сейчас, тем, блядь. Я не могу с этого не могу. Сейчас его отымит. Блядь, я, наверное, тоже к вам, нахуй. Вот там ты говорил, лута дохуя, да? Да уже все уже, ни хрена. Ну, так, такой маленький лут. Да мне надо медикаменты, нахуй, и жрать уже тоже надо. Это просто пиздец. А, пытался, ну... Нахуй, ну иди сюда, чё ты? Ты где, Тим? Я тут на последнем этаже наверх поднимаюсь, потому что я сейчас откисну просто от холода. А я, блядь, сука, подыхаю снова, заебалась хуйня. Медикаменты слышь, пока были, нормально это, все было. Я, короче, вот тут вот в уголку скинусь. Ты убил его? Шлем сними, ПНВ. А ты крыса. Ну я бесшумно, нахрен. Ты чё, Тим? А нахуй вы, блядь, убиваете друг друга? А он этот, блин, он заразный был. Нет, я не заразный был, я упал просто. Ага, ну какая разница. Бегу, пацаны, я очень близко, 6,7 километров. Давай. Говорит, такой 6,7 километров. Зачем убрали стройку с воркуты? Кто в здании? Наш идет. Кто наш? Какого он? Поднимается по лестнице. Наш подымает. Нет. Убивай. Не убивай. На нахуй. Опа. И все идут к нам. Ой, бой, махас, буш со мной, буш со мной, махас. Ой, бой. Он не хочет со мной махаться. Ну ты поплачь, может, захочешь. Водолаз, ты поднимаешься? Да, это я. Блин, там мало. Я знаю, где он сидит, давай ко мне. Ой, бой, махай, махай. О, один. Все. Махай, субух. Подавас, он у меня на крыше, алло. Слышь, тут четыре кепки вместе бегут на воркуту к вам. Ну, в вашу сторону. Четыре кепки. Видимо, в тиме. Сейчас ворвусь с ножом, короче. Да не, иди, возьми свой лук, блядь. Я ларку поднял. Только она, блядь, без прицела и без глушителя. Да вон. Да вон, там это, возьми.
Леса работают, если что. Последняя обойма у меня. В магазин зашел тип. Так убей его. Выцеливай нахуй. Фури, водолаз, меня ждите, я залетаю первый, если что, вы с ним на размен уходите. Ой, okay. Мочка идет. Водолаз, он там, водолаз! Водолаз! Ты на туре, ты в глаза долбишься? Где нах? Ты не видишь, куда я целюсь или чё? А, тут две! Ну давай, забегай! Я чё, дурак, что ли? Конечно. Ты ж сам об этом рассказывал, то, что тебя в детстве роняли. А как ты не увидел этот самый... Я Тузика убил на твоей шестнадцатке, Айдик. Где убил? Вон на твоей шестнадцатке, уже Тузик был, я тоже его убил. Он залутанный, там мой лут у него. Наверняка, потому что Тузик и Harmful вместе были. Сейчас еще должен один зайти, этот. Окей, жду. Дай мне медикаменты, пожалуй. Да убейся и придешь опять. А где он был, блядь? Это он? На крыше, да. Да он кипар, блин. Как он поднялся? Ой, я не знаю, но он появился. Махаться, блин. Конечно буду, иди сюда. Иди сюда, конечно буду. Он сразу справа. Тим, он там. Дайте слово, какой. Иди, дайте, иди, поднимись сюда. На. Он сразу слева сидит. От третьего лица сразу, шотни его. Он там. Где? И слева сразу. Вон дверь открыта, самая дальняя, он сразу слева. Слева, именно слева. Уверен? Нету. Водолаз идет. А, он вышел. Да, Эдик. Боже, какие крысы. На, иди сюда, Фури. Вот смотри, вот водолаз, вот смотри, вот трупы, вот эти. Фури, под тобой маст лежит. Вот этого вот не бери. Только труп. Не дай бог, что у меня пропало. Вот иди сюда, вот смотри. Вот тут. Это. Там этого. Лут, этот оставь лут, это этого. Не-не-не, я это, все нормально, я уже на твоем этом. Это ты, блядь. А вот, все, давай, вот, тут-то, вон, вот сзади, вот тут-то, вот бери все. Блядь, вышати, блядь, ты что, охуели? Убивай. Кто оружие менял сейчас? Под не нами. Не знаю, там кто-то. А, под нами? Сейчас же. О, хоть где-то есть 556. Вот еще здесь есть. На стеташку. Коран, смотрите, и трубу нахрен. Коран? Коран, да. Коран читайте. Дайте мне медикаменты, ебаный рот. Да убейся, блин, и придешь, и опять возьмешь. Уже тот. Да ну, папа, блядь, бежать нахуй. Дайте медикаменты, блядь. Я тебе меня просто убить, веришь? Нет? А ну-ка, встань. Сними шлем и встань. Ты туда заспавнишься в 400 Опа. Метрах. По нам стрелял. Кто? То я по водолазу стрелял. Убейся, тут сейчас всех заразишь. Ты не вылечишься здесь. Да я только что вылечился, блядь, пока мне медикаменты были. Теперь снова заболел. Я только-только заболел. У меня пингануло жестко, это я сейчас вылечу, пацаны. Вы не поверите, я зашел. Надолго ли? А вот не знаю. Где я нахожусь? Кидайте мне инвайт. Где ты, водолаз? На, стой, на. Тим. На тебе. Тетрик, стой. Ходишь. Дайте мне инвайт. Телебудька, ешь. Я представляю, не могу. Чё у меня в руках? Руки. Вот так надо сделать. Ну-ка попробуй сейчас. Только водой запей. У тебя руки. Да, руки, тряпки, тряпки скинь, я сейчас... Мне кто-нибудь инвайт кинет? Сделаю тебе этот, веревку.
куда мне бежать? У меня есть веревка, сейчас я делаю веревку. Слышите, кинь! Пати ему кинь! Меня кинули. Потому что я не знаю, я типа потом походу баганные патроны взял. Ларка кому-то нужна или нет? У меня ларка есть. Ни хрена. Мне дашь. И скажешь, что у меня выпало, окей, из рук? Окей. Только она без обоймы, понял? Надо обойму на нее и прицел. Поднимается кто-то у нас по лестнице. Отмычка! По лестнице поднимается, алло! Вообще насрать, или ты Открой дверь и расстреляй его, и все. Нет, нету никого на лестнице, Фурик. Не на этой, а там на этажах. А. Ну я жду его. Блядь, заверюха, пиздец. Проверяю. Тишину. Меня на лестницу поднимают. Нет, двери ломают. Выруби меня. Чё? Да, лучше с берега забеги. У меня двое на крыше, тихо. Блин, и ничего и не видно. Давай раздевайся, этот Фурик, давай тебя на берег отправлю. Тихо, у меня, говорю, двое на крыше. Выруби меня, не дай мне. Тихо, у меня двое на крыше. Да я не с тобой разговариваю. Кулаками, алё. Да, блядь, отойди. Прикройте меня, у меня двое на крыше. Не видно, блин. Волк, вообще не видно туман. Два гелика. Да ты меня убьёшь сейчас, Тим, блядь. Я сейчас захерачу нахер. Вам нравится этот воркуте? У меня, например, тут 15 FPS. Тихо. Тихо. Нормально? Тихо, Фурик. Ой, я упал. Главное, не кипишуй. Минус один. Красавчик. Ой, я упал. Еще один. Чего, с кулаков, что ли? Опять кулаки, да? Беги с берега уже, а. Давай. Снимай ПНВ-ху. Иди ты в жопу. Тихо, у меня еще один тут на крыше. Давай, байчу. Я спрятался. Фурик, беги с берега. И пока тебя за веревка будет. Ох, кто-то бьется. Ля ты крыса. Фури, слышишь, Фури? 40. Ребят, на сцене просто разы, блядь, ёбаный рот нахуй. Где, откуда вам? Я просто... Ты сейчас у меня с берега пойдешь. Я попросил, тихо, у меня чел тут. Чё один, одного убил, Тоби, бежи до пима. Иван, будешь поднимать, сейчас байтить будешь его. Тут как раз лут заберешь с них потом. Нужен мне твой лут. Фурик, я тебя трогать вообще не буду. Тихо, пожалуйста. Ну вы чё, блядь, ну не... Тим, блядь, молчи, пожалуйста. Надо пока пересидеть. Вань, поднимайся ко мне, он пасёт, короче. Он не в будке со мной, понял? Возле будки. Чтоб мне опять слиться, опять с берега бежать. Вань, поднимайся, лут заберёшь. Ты его забатишь, я его сейчас сниму. Всё... Вылечился, водолаз.
Еще нет, сейчас еще одну на бах. Его тоже с берега. Одни нахуй, какой-то вперед, я только что, блядь, выздоровел, снова заболел. А, блядь, у меня перчатки, сука, мокрые, блядь. Я вас сейчас буду убивать там из вышки, чтобы вы молчали. Да я тебя сейчас сам грохну. Ну грохни, давай, меня типа просил тихо, а вы базарить. А как ты тебя просил тихо? Да все, Тим, Тим, стой, ну. А можешь мне сказать, куда идти, что делать? Опа, это кто был? По нам кто-то. Спасибо. Спасибо, ребят. Я потал, не буду я. Кто бьет по нам? По мне их херачат, алло, вы угораете? Пускай их херачат. Ну, блядь, вам же сказали, ну, тихо. Ты умер, блядь, один раз, ты хуй ты ноешь, я не понимаю. Я попросил вас тихо, а вы базарите, как специально. От двух слов ни хера не изменится, если он вышел бы, даже если ты в тишине сидел, тебя все равно бы умотали. Ну да. Просто сделай всех тише, чтобы да, ты да, лучше да. слышал, и все. Я вообще тебя зам... Да не обращайте внимания, пацаны, он нытик вообще жесть. Это ты, нытик. Я сейчас чисто приду и тебя завалю, отвечаю. Хер тебе к трупу дам. Во-во-во, видишь? И вместе с Фьюри будете бегать. Инфу, скажи поставить. Мне, где он, может, я его снажал. Да крыши он этот сам, уже меня лутает, 100%. А с какой-то стороны именно? Потому что как у вас, я вас прикрываю, а меня хер прикрыли. Ну правильно, туман ты видел, какой ты нас видел, допустим? Вижу твой труп. Работайте в сторону Вани. Вижу его. 5. Меня вырубили. Он мне сразу два патрона дал. Работайте в сторону меня, вот прям по мне бейте. Он меня сейчас разлутывает. Сейчас я щенусь, может его забрать. А, он по мне контрольный дал. Я его пытался, я его один раз пырнуть успел. Не сильно. Я попытался, я сделал, что смог. Было бы оружие, я бы его убил бы легко. А зачем ты себя режешь, фуйк? Вечно из-за Тимина, из-за вашего дебилизма этого, да. страдают люди, другие. Да сейчас, постой, чудо, за глупости вашей годится, ты просто туда подойди и там, будь и все. Мы ему выйти не дадим. Ну, блядь, ну пизда тебе. Да хорош, Фури, я ж тебя спас наоборот. Спас? Тихо, 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 спас? Тихо, я тебе... Да, спас, я тебя с берега где отправил. Где мой броник? Броник? Броник я не трогал, вот смотри. Он уничтожен. Вы долбоёбы, ну? А ты что, только узнал? Меня только надо. Пацаны, да хорош вам сраться, ну ёбаный рот, ну блять, ну убили, ну и хуй с ним, ну блять. Вас что, каждый день, блядь, не убивают, что ли, вы хотите сказать? Вы, блядь, так срётесь, как будто, я не знаю, у вас в реальности, блядь, какого-нибудь близкого уебашили, блядь. Вот реально, просто... Потому что, когда вы просите тихо, вам тихо помогают, а когда я попросил тихо, вы специально... Блядь, Волк, тихо, Волк, хорош, Волк, хорош, Волк, не буду я молчать. Хуйней страдаю. Тихо! Это ты страдаешь. Я попросил по-человечески, а вы как твари обошли. Да не буду я молчать теперь, теперь ты так будешь в этой ситуации. Да сейчас отж... Сейчас я найду ствол и отожму одного и второго с берега по пути. Ты понимаешь, ты сейчас договор... Я тебя просто, я тебя не пущу наверх. Тихо, тихо, возле нас бегает! Это я, Эдик. Да чё ты орёшь? А, это ты, блядь. Тут по-твоему бегать будет. Да пусть это, да. Сейчас где-то это сделается, как растуманится, мы его убьем. Мы его отсюда убьем, блин. Вопрос. Что у меня в руках? Нет, у нас кто-то на последнем этаже. Надульник какой-то видел, от мощники, да по-моему. Да. На последнем этаже. На последнем. Да ладно. Скажите, когда я буду ближе к последнему. Не слышу тебя. Да вон ты. Винтовка у тебя в руках. Где шкашка? Никто и шкашку не видит здесь лежащий.
СКшка. Я его порезал, давайте быстрее, пока он меня разлутывает. А никто не, не я слезет, не буду меня никто не. О, да, вот это тиммейт. Сейчас. Сейчас на подъемный кран смотрю. Видите, и на трубу. Хотя сейчас, может быть, я встану и уштаю его. Потому что он меня не добил. Потому что не добил. А, нет, добил, он мне как раз. О, Тузик! Ля ты мышь, конечно. Слышь, босс, иди отсюда. Я его два раза порезал. У него за спиной была ЦРК и Мосинка. Могу даже одежду сказать. Ну, кепка, короче. Ты лучше вот фамилия, имя скажи его. Да, адрес, да, вот это вот. Координаты, IP-адрес. Да, нахуй как вас тут дохуя, блядь. Вы, блядь, пройдёшь, блядь. Да, вон ботинок его видел. Пацаны, вот сейчас знаете, какой балдёж я словил? Вы даже не представляете. Вот чтобы вы понимали, вот когда у вас пати разлетелась, я отошел, вот без пиздежа, блядь. Я пожрал, посрал, блядь, и помыл посуду, нахуй. С 35-го я спустился до 27-го. А у меня то что еще было? Сейчас, короче, резко слетело и 14-м стал. Ну это бывает, это, не знаю, там по-разному. Я вообще, у меня вот один раз очередь зависла, я, короче, полдня сидел. Я вот реально, блядь, вот я сейчас чуть не кончил, блядь, когда я увидел 27-го до 14-го, когда сидела. Да хорэ, там же кусака, где ты появишься? Я появлюсь под антенной на военкой. О, 570. Я этого чего сейчас заряжу, не волнуйся. Я сейчас вас заколебу и буду бегать по к нему. Он там не скончается от старости. А он это нет кого или нет? У меня есть, а. Скажите, что у меня у одного вылетело. Да? Да? Да. О, да. Давай, ну, нахуй. Люблю эту игру. Хорошо. Именно у меня. Бля, я один не вижу тут СКшку. СКшку. Эти гранату кидают. Где СК? Ой, блядь! Я знал, что такое будет, блядь. Скажите фамилию. Подарок, бери. Вон, упал на лестнице. Забирай, крыса. Идите, отойдите, я гранату открыл. Сейчас туман закончился, в сторону волка, блин, смотрите. Нахуй! Водолаз! Уже по звуку это был Беовульф. Во-первых, потому что не здесь нигде, Эшка не валяется. Эшкаш. Второй видишь, который у тебя в руках. Не видел. Подожди, я вот тут поди увидел. Иди сюда. Вот тут-то. А, нет, это не она. Пацаны, есть у кого запасная этот? Запасной магазин на ВСС. Нет, все. Сейчас туман рассеиваться будет. Готовьтесь. Тимон. У меня нету ишка, могу тебе скинуть все оружие. Я могу тебя просто уебать, если. Не надо, я еще не больной, никакой вообще, вот прекрасно просто. Ты молод, да? Ну да. Он ну ладно, молодый. Подумаешь, зато теперь ты нормально целишься, нормально бегаешь. Волка прикрывайте. Когда нахуй это закончится, блядь? Сейчас закончится. Да успокойся. Да, блядь. Я тебя спас. Я уже заебался.
Кто? Опа! Опа, нас сейчас нашли тачка, тип. Как он увидел его? А я его и не увидел, оттуда шли все выстрелы. Сейчас я его обратно. Покажите хотя бы примерное направление этого шестнашки. Это кто говорит? Я, Тим, покажите направление шестнашки. Ага. Сейчас я подарок сделаю ему. Ебать. Ебать, мясо зараз начнется. А сейчас эту смотрите, блин. Пацаны, есть у кого патроны на Беовульф? У меня мало осталось. Твои проблемы. У меня есть, но я далеко буду. И пока я в седьмой очереди. Что ты сказал? Как ты меня назвал? Деда, смотрите, блин. Деда, прикрыть. То есть это... Вот где волк сидел, то есть... Опа! У меня и патронов нет. Из-за тебя теперь на... За кого? Из-за меня? Тихо, блин. Да нахуй ты ебаный, блин. Да успокойтесь, отойдите, ну. У кого быстрее нервы сдадут? Скорее всего, у меня. Отойдите, на трубу надо посмотреть, блин. Вы чё, блин? На трубу, на твою еду. Как бы, да. 5.56, дайте мне, у кого есть. Нет, у меня. Я этим вообще не пользуюсь. Чай у себя. Дерьмом место. Вот туман рассеивается, пацан. Где волк был сейчас? Вот смотрите. Чё у меня в руках? Волки 16. Так. Красиво. А где ты такой шар? А где волк был? Я не помню. На трёхе, вон туда, в самый конец. Тогда я у неё увижу ещё. Ну сейчас понесется, душа в рай, блядь. Угу, сейчас еще ночь, блядь. Не знаю, у меня калибровка. Ну, Эдди, да, Эдди. Да. Ну показалось, и вот у нас нанизу, вот, короче, ну я не знаю, что это за этажка, меньше, короче, там тип вот сидит сразу за... Блядь, за этой хуетой, за кондёром или что это, блядь. Я не вижу. Слышь, а там тип мертвый снизу. У него мацы, БК, что-то... Батя, раздайте. Зачем? Я перезахожу в игру эту самую. Да давай я тебя еще раз на берег отправлю. Я тебя сейчас отправлю. Где ты, на? Да успокойся, а. Я сейчас... Я хер знаю, что у меня в руках, но я сейчас проверю. У тебя снопа какая-то в руках. Проверим. Ты еще перезаходить будешь в два раза больше. Хорош, хорош, тихо, тихо, тихо. Ну кулаки у меня в руках. Вон, смотрите, блин. Что там нам той, на 16 этажке есть кто-то? Да, и наш есть начальник. Тим, ты не туда смотришь.
Смотри прямо, вон. Там был дед. Блядь, теперь ночь нахуй, это ебана рот, блядь. Ща, погоди, я думаю, не похавать. Блядь, ты заведутся, то ночь нахуй, пиздец, ебать. Как это... Расстайте друг другу, пожалуйста. О, выйди ты сейчас раздадим пати всем. О, давайте пати, блин, скидывай всем. Пати скидывайте, кто? Кто-нибудь раздайте. Я не знаю ваших ников, давай ты. Тим. Я тоже ваших ников не знаю, пацаны. Тим, скидывай. Они наёбаны. Кому играешь? Да не знаю я ваши ники. Походу быстрее я уже зайду в игру и раздам пати. Пати, блин, скидывайте, парни. Кого, блин, добавлять? Тим, пригласит. Еще кого? Волк. Волк. Водолаз. Водолаз. На шестнашке чел. С Ким Светом. Так, еще кто там? Пригласит волка. Еще кого? Не знаю. Походу все. Что? Я второй в очереди, как бы. А это кто? Волк? Пати прими. Я в пати. Так, волк в пати. А это кто, блядь? Это у меня тут кто сейчас убил? Давай, давай. Это давай. Я. Это Фури, скорее всего. Эдик, это я водолаз порисовал. Водолаз. Приму. А. Так. Все, еще кого надо? Все, что ли, все? Ну, я вот вторую в очереди, потом раскинешь. Окей, все тогда. Поэтому создавать пати самое неблагодарное дело. Во время файтов добавь меня в пати. Чел! Где? На бетонном здании под 16-этажкой. Ты его увидишь. Опа. О, так я тоже там говорил, там, по-моему, чел сидит, нахуй. Ух, йо. Убили. Меня убили. Это тот, кто волка грохнул. А откуда его грохнул? Без понятия. Там, где я сижу. Он тебя и убил. Как раз там. Он там, а да, блин. Подожди, где он только там? Зачем такую реп добавляете? Ну я к вам бегу, я тут реально. Вижу его, а дороги в последний перебежал. Подъезд. Вон там он, волк. То есть волк и рук. Вот водолаз. Блять! А ну эти, да, я посмотрю. Тихо, там он. Жесть, там выстрелов, а. Да, там сидят нахуй, долбоёбы, блядь. Обойти надо просто и всё. А, в самом конце он перебежал. Да. И ещё один на стене. Сейчас поцелую, я залезу, я поторгую своим телом ради вашего блага. По мне бьет. Потому, когда я, блин, вот говорил, блин, надо, блин, 2.16 держать и все.
Ёлки-палки, сколько тут зомбей. А. За что? За что? Нет. Фух, я внутри. Они еще там, а в дальней, блин. Да, вылезают за... О, заебись. На нахуй! Все, Волк, иди туда, вот своему луту. А, блядь, он там не один, по-моему, блядь. Мне их там двое, я тут тоже... Смотри аккуратно на сцену. Где он, блин, приблизительно? Возле будки, понял, где-то там на крыше. На крыше я тут тоже его видал на крыше. Сейчас потерял его. Да, вон, в самый последний. Мне пати нужно кинуть в кусака. Кусака сейчас, постой. Please, white. Экран. Кусака тоже из ГБН, да? Или нет? Да. Нет, сейчас, нет, секунду. Конечно, я ГБН, ты чё? Кусак. Че ты там суету наводишь? Подожди, сейчас мне красный экран. Окей, давай. Он ребенок. Готово. Тим. Кидайте. Заебись. Давай, кусака. Сейчас. Он там, а в самой дальней, волк. А, вон, вижу его, как он туда-сюда. Да, пытается. Он в самой дальнем. Вы сейчас на Ташку смотрите, блин. Но я ничего не вижу из-за темноты. Ебать. Ты бачишь, как это, ебать, пули нахуй пролетают? В нашу сторону, кстати. И такое, как будто, блядь, или с вышки, вот этой длинной. Не знаю, я сейчас снарей никого не вижу. Есть там. По-любому, нахуй. Заняли, сука. Надо, наверное, покурить, да, пока ночь? Смотри аккуратно, там, блядь, сидят контролями. А ну, дай-ка я зайду, нахуй, покурю. Да, я зайду, Эдик. О, спасибо. Да что за это дочь, блин, ну? Сейчас положим их нахуй, контролю. А где ты ВСС-ку нашел? Кто, я? На военке там. Блядь, я тоже хочу с тебя ВСС. Да их полно там, и мы даже их и не берем, нахрен, говно. Да, тогда не хочу. Если Эдик сказал, значит говно. Ебать, Эдик, сколько ты играешь, нахуй? Года, блядь, 2-3? Ну да, наверное. А давно ты играешь? Мы сколько с тобой прокатали уже, нахуй, и сейчас катаем, блядь.
Чего только не было. Ну это да. И как всегда, ебать, на нас все выходят, блядь. Почему мы так никому не нравимся, блядь? Потому что мы всех переебываем туда. И потом... Если честно сказать, это мы берем, можно сказать, по большей части количеством. Да. Нет, если Макс заходит, то Макс качеством берет. Не, ну Макс, да, Макс качеством берет. Кот тоже. Кот и Макс. Да. Кот не хочет играть. Просто не хочет играть. А он кот какой-то странный, если честно. Я давно с ним тоже, блядь. Кот хороший. Знаком, блядь. Да он хороший, но он как-то, не знаю, странный. Он сквозь кусты пугивает. Потому что текстура, когда человек сидит в кустах, текстура его видна. Даже если кусты, они очень густые. Кот потому с нами не играет, парни, потому что он не любит этот мат, вот кто-то орёт, да, матерится туда-сюда. Вот это он не любит. Да. И он прав. Да, он такого не любит. Он прав. Не, ну слушай, так тоже сидеть молча скучно, нахуй. Нет, ну, можно же и без мата, блин, да? Не, когда, да, когда там, блядь, ПВПшишься, ебать, с кем-то, да? Там, типа, опять, вот где был волк, да, блядь, вон он бегает туда-сюда, сука. А брони никого нету лишней, случайно? Нет, это только на вейках. Тут а броня из корняк, блин. Вообще. Когда разве расцвет уже? Витамин С прими и не заболеешь, если у тебя температура падает. Есть витамин С у тебя? Да я ж тебе же дал же, блин. Так ты мне дал... Я... Таблетку. Ну... О, спасибо. А я, Эдик, понял, свою малу нахуй до дома отправил, блядь, пиздец нахуй. Сижу один теперь нахуй, блядь, скучно, блядь. Ну, нормально, чего так-то. Да уже яйца ебать пухнут нахуй, я ебаться хочу нахуй. Я ей же звоню, говорю, блядь, давай приезжай, блядь. Блядь, да ты даешь. Я знаю, скоро приехать, уже пиздец, говорю, я скоро шалау начну снимать, блядь. Уже, блядь, как-то нахуй надоело одному, блядь. А чё, возьми кого-то... Я уже месяц убил, ты понимал, блядь. Не, хуя себе, я тебе сочувствую. Да вот именно, блядь, пиздец уже, блядь. Пацаны, прикольно. Только закончился вечер и... На шестнашке чел. О! Расцвет, заебись. Да, рассвет, но можно начинается опять туман. Бля, это заебала эта хуйня, зачем это такая срань, бля? А-а-а-а-а-а-а! С тобой нормально все это? Да, блин. Чё-то не похоже. О, по нам ебашут. Откуда? Не знаю, или из шестнадцатки, понял, напротив, или за ней, нахуй. Да, там, скорее всего, потому что там любят сидеть. На нахуй, пидорас, блядь. Съебись оттуда, нахуй. Это где волк оттуда он бьет, сука? Оп, нахуй. Нихуя себе, волк, ебать. 700 метров, блядь. Нет, нет. Оттуда, скажем. Вот где волк был. Оттуда в обе. Опа. По Тиму повезло, блядь, тебе. Капец, ты понимаешь, я просто зажал S, начал ложиться, и прям вот надо мной в миллиметре просто пуля пролетает. Я такой свист жесткий слышу. Ну а так бы ты дух.
от Смосины вы отпал. Вы Смосины от 751. Он да, закрыл дверь. Ну да. Он закрыл на 16 этажке. Да, вижу. Пидор нахуй, побежал нахуй, гандон, блядь, за мной, за пятиэтажкой вот, блядь, бегает тип. Офигеть, дорогу перебегает. Как так, почему, блин, один удар волк, и я сразу, блин, у меня хпшки ушли, блин, почти в ноль. Вот так вот привыкай. Вообще по кайфу. Потому что мы злые. Ебать, это было громко, нахуй. Вот этим встал уже. Блин, туман кончен. 16 этажки, да, Эдик? Да. Блять. Нахуй. Ни хрена вот не видно. Кому ты там шьешь? Блять, нахуй ты меня испугал, блять, я думал по мне ебашит. Микрофоном кто-то что-то. Это у волка, блин. Это не у меня. Я сам говорю, да, и у меня это. То есть у водолаза, блин. Где это у вас? А не, может у меня тоже, понял, я через телефон сижу. Да не у тебя это, я же слышу, это у волка. Кое-кто точно с берега подходит. Сейчас уже ты не присядешь. Я прилег, уже не прострелишь. Не попал. Опа. А куда у меня запасной магаз от этого, от ВСС-ки делся? Слушай, что его там скинул? Ну нафиг. Прикольно. Сейчас ну, туман пройдет и будет ночь опять. Да-да. Это админ нас... Вот проверять стопудово. Так что тебя сейчас забанят, слышь? Через туман по мне стрелять. На нахуй! Где он был, волк? Где он был, волк? Ты откуда знаю, где он был? Это водолаз. А, точно. Вот он у нас, блядь, типа девятиэтажка или что это? Или пятиэтажка, блядь. А, ты 74 метра её убил. Я думал, ты там убил, блин. Нет, снизу нас вот сидел, блядь. Да, вижу, вижу. Пацаны, патроны 9x39 нужны. Ну, это от чего, от мощины? Нет. От СВД, от ВСС-ки. А ты поменьше вот стреляй, блин. Так у меня их мало, у меня всего лишь две коробки с собой было. Где я тебе дам? Ага.
Блять, нахуй, снова эта хуета, не вижу нихуя. Пиздел. Блять, дальше, ебать, 200 метров нихуя не увидишь, блять. Пиздец, блять. Да и ладно. Я подзаряжаю машину. Ни хрена себе, по мне. И 16 ташки бьет, знай. Нет, на 16 никого нету, это я сижу контролю. Вот он пробил, иди сюда, вот на секунду, Тимс, вот смотри, где была пуля, иди сюда. Да, тихо, башка торчит, все, сейчас сниму, погоди. Сейчас отползаю. А нахуй! Не попал ни разу. Опа! О, по мне, ебать, дали нахуй! Два пореза, ебать, заебись. А он на этом... Постой, он на этом... Как его зовут? Бетономешалка, что? Он... Строй. Оу, по мне дали. Что? Ну это ВХА, слышь. Откуда? Очень далеко в голову прям дал. Убил? Нет, мне в голову дал. Очень далеко, понимаешь? Со стороны трех, вот, за 16-этажкой есть. Оттуда мне прилетела пуля. Ебаный нахуй. Что он мне пробил? Мне шлем повредил. Я хуй его знал, у меня все нормально. Оп, по нам хуярят. Уже он ебаный хуярил нахуй по мне, а, пидор, блядь. Чё, как у вас там дела? Я 26-й в очереди, например. Чё ты выходишь? Тебе нравится в очереди стоять? Я не выхожу, у меня вылетает. Это с трёх стреляют, слышь, по вам. Их убить надо. Вот где Фолк был. На 16 этажке, по-моему, тип. На 16, да, есть. Я его контролил, мне с трех прилетает плюха, понимаешь? Это там, где Волк был. Они, блин, там. Вот сейчас. Нам хуярят. С трех, слышишь, с трех. А, дальше, туда, за 16... Ташкой. Ну, трёха. И там это... А ты там видишь что-нибудь? Нет, 16, нет, так. Вообще ничего не вижу. А как тогда по нам шьёт? Ну, у нас... Да, идет... У нас же идёт же этот же стрим. Волк, ты бы лучше бы на трубу бы поднялся и там бы своего этого бы... Свой... Тут бы отбивал бы, оттуда бы. Там нет уже моего. Да. Осторожно, по краю проходи. Не-не-не, ниже, по краю спускайся. Прям на самый край можешь спуститься. Я, по-моему... Да нет, это не пропало. Нет, я про... А сейчас вылетел. А сейчас вылетел. Да, блядь. Спасибо. 37.
Не за что, Эда, все для тебя. А у нас, по-моему, кто-то бегает. Тупо. На 16 есть.